Иван! Давайте завтракать. Давайте. Ты куда? К ребятам, у меня дела. Ну, Мака. Ваш хулиган. Все стекло высадил начисто. Ну, что с тобой делать? Ну, смотри-ка, ты чего смеешься? Ну, что, мне плакать, что ли? Сходи в магазин, купи стекло. Сейчас ставлю. А деньги? Деньги? Ну, возьми из своих велосипедных. Я так не только на велосипед, даже на насос не накоплю. Это не работа, передел. Ну что это такое? Так, что ли? Так, ну, теперь смело, без стекла вставлять можешь. Что? Что? В случае чего, Маша, гармонь не продавай. Продай костюм, сапоги, все продавай, а гармонь оставь. Батут адрес брата, я его два раза написал. Ты один зашей себе в жакет, а другой Ваньке в пиджак зашей. Я его и так помню. Ну, зашей, зашей, пускай будет. Ладно, ладно. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Ваня! Ваня! Ваня!
Дядя, можно гильзу взять? Зачем? Да так, на память. Возьми на память. Куда же он поделся, а? Иди сюда! Ну, где ты бегаешь? Давай прощаться, Маша. Ну, ладно, будет. Ну, пора, Маша, пора ехать. Ну, давайте. Ну, пойдем садиться. Пойдем. Макар! Дайте дорогу, мужики, а? Давай прощаться. Мать береги. Помогай по дому и вообще, ну. Паша! Маша! Маша! И гармонь продавай! Черт с ней, с гармонью! Продавай гармонь! Я писать буду! Каждый день буду писать! Буду писать, Маша, каждый день! Писать буду! Руку подашь, понял? Ага. Отстану. Ой. Ваня! Ваня, где ты? Ваня!
Иван, не видел? Кто сейчас тут вертелся? Ваня! Маша! 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 Тебя мать ищет. Вот он, ваш Ванька! Старая Заня, ты моё! Я чуть из-за тебя не умерла! Ну что ты за мной ел? Я хорошу пал, для слова. Поржив, Селик. Понял? Ага. Давай, включай скорее. Ну, скорее, скорее. Ты что такой весь мокрый? Да так, ничего. Поди одень чистую рубашку. Хорошо. Пойди, одень чистую рубашку. Иди, иди. Спасибо, Александр. Маша, у вокзала эвакуированным суп гороховый дают. Ну, давай, давай покушай. Давай сюда, кастрюлечку. Тихо, тихо, тихо. Мам, давай я сбегаю. Я сама, хватит с меня вчерашнего. Ну, мам. Паровоз дадут через час. Ведь сказали же. А папа велел тебе помогать. Ну, мам. Ну, ладно, иди. Услышишь гудок, пулей назад. И не лазь под вагон. Хорошо. Thank you.
Далеко до Урала? До Урала? Далеко. А это туда едет? Туда, туда. Сейчас все туда едут. Я пойду. Холодно. Постоим еще немножко. Ты что? Ты почему здесь? Еду. На военном объекте, да? А ты знаешь, что за это бывает? А ну пошли. Ну погоди, не шуми ты. Идем, мальчик, не бойся. Ваня, дай попить. Парняга, эх ты, парняга. Принеси-ка мне водички. Хорошо. А у меня все девчонки и девчонки. Вылечусь, поеду домой. Может, мальчик будет, а? Ваня, подойди ко мне. Пойди сюда. Чего? Дай покурить. Нельзя, доктор же не велел. Корешочек, мочи нет, ноги болят. Только две затяжки. Ладно. Ванюш! А? Вань, у тебя с лохатя гармонь есть. Ты играть-то умеешь? Да умею, только на басах не важно. Ну, Ванюш, не в басах суть. Тащи гармонь, а? Тащи, тащи. Тащи гармонь, Вань. Исполняется песня «Романс». Вот, Вань, мы и приехали, а тебе еще ехать. Давай прощаться. Будь здоров. Угу. Вот что. До свидания. Отведешь Ванюшу в комендатуру и отдашь мое письмо. Есть ждать в комендатуру. До свидания. Пошли. Ну, теперь все будет в порядке. Вот тут харчи,
Главврач написал письмо к коменданту. Он тебя, глядишь, и в детдом пристроит. Слышь? А? Ты! Ваня! Иван! Дедушка, далеко до Урала? Далеко. Иди сюда. Чего ревете? Мы залезли, а оно поехало. А мать где? За кипятком пошла. Мы сюда, а оно дерг. И давно оно дернуло? Давно. Мамка лупить будет. А как называется станция, где ваша мать осталась? Называется станция. Эх вы, мелюзга. Ну чего она опять ревет? Она есть хочет. Ну, пошли. Иди сюда. Ну, иди, не бойся. Вы чего? Мы заблудились. Идите, идите, не бойтесь. Ты куда? Я сейчас. Только вещички захвачу. Они здесь, рядом. Ну чего? Чего испугались? Сейчас братишка принесет вещи. Он не братишка. Малец. Эй, малец. Здесь спать нельзя.
Я ничего не трогал, дяденька. Я только погреться. Куда едешь? Уже приехал. Вот. Только ночь спросить не у кого, как пройти. Издалека едешь? Из Белоруссии. Да. Найти просто. Проснулся. Угу. Тебя как зовут? Ванька. Ванька. А меня Кузьма Платоныч Седых. Можешь просто звать дядь Кузя. Будем знакомы. Сейчас чайку сообразим. Некогда мне. Я к дяде приехал. Вчера ткнулся, закрыто. Он в 11-й квартире живет. Матвеев. Петр Иванович, не знакомы? Нет. Спасибо вам. Я пойду. А куда ж ты такой? Умойся. Вон кран. Здравствуйте. Вот она, 11-я. 3 месяца к нему добирался. Вам кого? Матвеева, Петра Ивановича. Бабушка! Тут какого-то Матвеева спрашивают. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. Проходите. Проходите, проходите. Ну вот, это комната Матвеева. А где дядя Петя? Он в армии. А комнату дали нам. Временно, конечно. Мы эвакуированы из Москвы. А вы кто, родственники? Родственник. А писем к нему не приходило? Нет, писем пока не приходило. Что это ты? Ничего. Да что это с тобой? Ничего. Ну-ка, ну-ка. О, да ты, брат, кажись, простыл. Жар у тебя. Давай, раздевайся. Раздевайся. Нет, нет, я пойду на станцию. Раздевайся, тебе говорят.
Сейчас я тебя лечить буду. Сальце медвежье первейшие средства. Вот так. Простуду как рукой снимает. Ну-ка, на спинку. Вот так, вот так. Потом лекарство тебе приготовлю. Вот, вот так. Ну, хватит. Ну-ка, вставай. Тихонько, вот так. Давай руку. Сюда. Вот. Ух ты. Садись. Садись. Вот. Сиди, грейся, а я лекарство буду делать. Значит так, выдыхай из себя воздух, пей сразу, быстро. Потом нюхай хлеб и закусывай. Понял? Понял. Ну, на здоровье. Дуй. Заешь. Заешь скорее. Будет проситься наружу, не выпускай. Держи ее в себе. Обязательно надо, чтобы она прижилась. Там, внутри. Ну, прижилась? Прижилась. Порядок. Теперь сиди и потей. Писем для Матвеева не переходила? Для Матвеева? А, здравствуй. Бабушка, за письмом для Матвеева пришли. Нет, не приходила писем. Да ты заходи, как звать-то тебя? Ванька, извините. Это ты у дяди Кузи живешь? Я. А ты откуда знаешь? Знаю. Вот когда ты болел, мы вам медвежье сало одалживали. Угу. Знаешь, а я на первом этаже живу. Вон мои окна. Эти? Угу. Коль, гляди, эвакуированный-то с Зиночкой разговаривает. Ладно, не суй свой нос, куда не просят. Новый человек, верно? Полагается прописать?
Само собой. Здорово. Здравствуй. Эвакуированный? Угу, эвакуированный. Идем к нам, познакомимся, расскажешь нам про себя. Тары-бары, кто такой, откуда и прочее. А мы тебе про себя расскажем. Пошли. Ну так, было. Ничего, ехал, сюда приехал. А дядя на фронте, я заболел. Теперь вот выздоровел. Почему? От того, что врать ты здоров. И под бомбежками он был, и 1000 километров на подножке ехал. Ну так мы тебе и поверили. Я вру? А то нет. Анализни, если ты такой смелый. Тогда поверим. Не надо, не лежи. Примерзнет, язык к железу не отдерешь. Пусти. Только не дергай теперь, а то язык порвешь. Идем быстрее в котельную. Нужно кипятком на железо, он сам отстанет. С ребятами, значит, познакомился. Угу. Ну кто же лижет мерзлое железо? Ну, одни только растяпы. А если по правде сказать, так все растяпы. У нас этого никто не избежал. И ты языком примораживался. Ну, а я что? Растяпа, как и все. Что это ты делаешь? Печку. Уголь-то кончается, а щепок для этой всегда найдем. Отец научил. И по электричеству, и паять, и другое разное. Вот что, Ванек. Думаю, надо тебе в школу определяться. Опоздал я в школу. Да и не хочу на чужой шее сидеть. Буду тебе помогать. А в школу на другой год. Война кончится, батя приедет. Уже принес? Угу. Ой, молодец, дай работу хозяину. Колька, прими человека. Так это твои валенки? А я не знал. Сколько платить? Много не возьму. Вот это. Дорого. На рынке одна папироса рубль, а тут 20 штук. Это у спекулянтов рубль. А по государственному 40 копеек пачка. Ушлый ты парень. По государственному. Работаешь как частник, а как расчет, так по государственному. Два раза шилом кольнул и пачка папирос. А я по 12 часов у станка стою. Ты же не куришь. Дядя Кузя зато курит. Здрасте. Здравствуй. В 11-ю нет писем? Нет. Если придет в 11-ю Матвеевым, то
То вы мне их в котельную занесите, пожалуйста, ладно? Ладно. Не забудьте, Матвеевым. Да я не забуду. Спасибо. А я школу бросила. На завод поступаю. Почему бросила? Надо помогать. Сестренок кормить. Мать она не вытянет. А возьмут на завод? Теперь берут. К тому же у нас мастер знакомый. Чего это Колька посидеть не приходит? А Кольке нынче сидеть нечем. Мать отлупила. На, Вань, твоя очередь. А за что же отлупила? Конфеты съел, чья-чья-сан. 10 штук. За дело. Конечно, за дело. А ну-ка, ребятки, давайте-ка по домам. Давайте. Завтра встретимся. Куда сейчас пойдем, а? Кино, может, посмотрим. Да, какая картина. Зачем ребят прогнал? Разговор есть. Договорились же на завтра оставить. Завтра утром спущу всю воду из системы. Все равно мерзнуть. Угля больше не будет. Ну вот. Пришла и моя очередь, Ванек. Ухожу добровольцем на фронт. Завтра в 9:00 с вещами. Вот деньги. Карточка моя останется у тебя. Она до конца месяца. Ну, картошка, крупа, это ты знаешь где. Теперь так. Был сейчас в домуправлении, договорился насчет тебя. Дадут тебе карточку, зарплату, небольшую, но жить можно. Останешься здесь, печка есть, не замерзнешь. Ну, уберешь двор, посыпешь улицу песком. Справишься? Проживу. Не унывай, Ванюха. Я тебе письма писать буду. Для меня нет письма? Есть в 11-ю. Это не мне. А может, отнесешь? У тебя ноги-то молодые. Отнесу. Мне не трудно. Подожди, внучек. Захвати еще одну в 15-ю. Пожалуйста, хоть десяток. А почему они все одинаковые? Эти письма все одинаковые. Возьмите письмо. Вам? Мне? Мне спасибо. Oh.
Здравствуй. Здравствуй. Тебе писем нет, и нам давно нет. Я зашел просто так, посмотреть. Болеете? Нет, греемся. И печки у вас нет. Как же это вы без печки? Ляля. А? Кто там? За письмами. Это я, Матвеев. Нету писем. Как же это вы без печки живете? Да вот так и живем. Вань. А, здравствуй. Заходи, Зина. Шла с завода. Да думаю, навещу. Как ты здесь один? А где же печка? Отдал Леденеву. Зачем? У них нету. Чуть не замерзли. Чего же на тебя греться не зовут? Зовут. А я не могу у них. Почему? У меня ихняя похоронка. Похоронка? Ага. Почтальонша просила занести, я и пошел. А теперь отдать не могу и выбросить не могу. Здесь. В кармане лежит. Что же делать? Не знаю. Надо отнести. Отнеси. Нет, не смогу. То-то. Ваня. А мне скоро станок дадут. Слушай, поступай к нам на завод. А квартира? Возьму расчет дома управления. Выселят. Пойдем, Ваня. Ночевать будешь у нас. Да нет, зачем? Я печку поставлю. Я привыкший, мне не надо. Нет, нет, он не может. Ну вот что. Или ты идешь к нам, или печку забирай. Сын ваш. Младший, Лялькин отец. А старшего еще в июне убили. На границе у вас, Белоруссии. А мать ее где? Умерла. Лялька ее даже не знает.
Значит, теперь у вас никого нет? Вы с Лялькой одни? Одни. Наталья Афанасьевна, перенесу я свои вещи к вам. У меня карточка. Кроме получки прорабатываю. Проживем. Наталья Афанасьевна, ну что вы все на похоронку смотрите? Спрячьте, а то Лялька увидит. Хорошо, не буду. Ты пока Ляльке ничего не говори. Не скажу. Потом когда-нибудь расскажешь там, через несколько лет. Сами расскажете. Я? Да. Может, и сама. Вот что. Иван Макарыч, говори мне ты. Мы теперь вроде свои. Ладно. Вот я тут записал все наши расходы. Хорошо бы еще кислой капусты. Да чего-нибудь мясного. Да ведь денег у нас почти нет. Это ничего, я заработаю. Знаете, сколько у меня заказов? Ваня, не хлюпай. И как ты держишь ложку? А как ее держать? Вот так. Это невозможно. Как ты ешь? Чего ты прицепилась? Кто ест мясо с ложки? Ведешь себя как сапожник. Ляля! Иван Макарович! Иван Макарович! Уходи из-за стола. Что ты кричишь? Я же только сказала, Ваня. Какой он тебя, Ваня? Иван Макарович! 6, 7, 8. Все, ребята, хватит. Где дрова достала? Дрова? Там тебе не дадут. Иди сарай закрывай, ехать надо. Дай закурить. Ты что, на папирос не прорабатываешь? Я ж не курю. А если не куришь, так нечего папирос переводить. Дрова? Это нам на заводе дали. И мне, и Коле, и всей нашей бригаде. Ладно, поехали. Еще ж другим завести надо. А мне на заводе рабочую карточку дали. 800 грамм хлеба. В чем дело? Ты куда пришел? На завод или в детский сад? А мне в первый механический. Куда? Первый механический. А ну-ка покажи. А, здрасте. Здравствуй. Первый механический. Ну что ты напал сразу? Детский сад, детский сад. Да, держи. Куда тебе, куда? Первый механический. О, это тут рядом. Давай, дай я тебя провожу. Трубу видал? Там налево, налево. Спасибо. Найдешь. Thank you.
Вот Афанасьев, будешь у него учеником. Здорово. Здорово. Решил делом заняться? Ладно, я себя человека сделаю. Возьми-ка стружку, отвези туда. Дай раздеться. Вот это, Вова Наталья, пшено. А это вобла. Дополнительное питание. Гляди, лялька, масло сливочное. Настоящее, 200 грамм. Бычки в томате. А это что, угадай? Неужели конфеты? Нет, финики. Доедим. После еды. Ну, один, Иван Макарыч, самый маленький. Ну, ладно. На. А я уже все выучила, одна литература осталась. Я пойду погуляю, ладно? А потом и выучу. Не пускай ее. Любимый, самый хороший, Иван Макарыч. Баба Наталья, пусть идет, а? Ладно, только ненадолго. Ну, зачем ты ее балуешь? Пусть. Пусть. География, ботаника. Ничего я этого не проходил. Ничего, еще успеешь наверстать. Само собой. Когда отец вернется? Окончательно ты встал на ноги, Иван Макарыч. За тебя не беспокоюсь, да и за ляльку тоже вырастешь. Теперь и помирать могу спокойно. Да что ты? Ты не пугайся, ничего особенного. Обыкновенное дело, умру, похоронишь. Баба Наталья. Плохо мне совсем, сердце по ночам болит. Ура, включайте радио, важное сообщение! Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, ура! Окруженных под Сталинградом. Ура! Ура! Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью... Ваня, пляши! Тебе письмо! Фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Тебе! Бери! Наши войска сломили сопротивление... Да бери же, Вань! ...окруженного севернее Сталинграда... Ну это же теперь, тебе! Да бери же! Это, наверное, от папы.
боях за свободу и независимость нашей Родины. Котовский ему, не трожь. А тот достает нож и говорит, здесь кому-то надоело жить. Думал, он испугается. А Котовский ему, как дат. Этот врек на пол. А ты что, смотрел Котовского? Да нет, рассказывали. Ну мы-то пойдем, а вот ты? Правда, не пойдем. Нельзя все время лялька да лялька. Пойдем, а? Конечно, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ну я пойду. Ваня, подойди ко мне. Сегодня у Ляльки в школе родительское собрание просили прийти. Вот ты и сходи. Не могу я, сердце что-то разболелось. Так что сходи ты. Не могу я сегодня, баба Наталья. Честное слово, не могу. Садитесь, садитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Прежде всего я хочу сказать вам следующее. У нас в школе кончилось топливо. Поэтому, чтобы не прекращать занятий, мы обращаемся к вам с просьбой. Пусть каждый ученик приносит ежедневно хотя бы одно полено. Пожалуйста. Вам понятно? Понятно. Чего там? Что ты здесь делаешь, мальчик? Ты с кем? Вы же сказали прийти родителям. Вот я и пришел. Леденева, Елена. Почему не пришли родители? Нет у нее родителей. Одна бабка и та больная. Почему ты сам не учишься? Некогда мне учиться. Хорошо. Иди домой, я сама к вам приду. До свидания. Разрешите мне сказать? Пожалуйста. Он кормит свою семью, как взрослый. И норма у меня на заводе взрослая. Он даже ее перевыполняет.
А зовут его все по имени и отчеству. Иван Макарович. И на заводе, и по месту жительства. А девчонка так его, она больше еще слушается, чем бабку. А ведь они ему совсем чужие. Бабка-то и девчонка. К сожалению, я ничего этого не знала. Леденева очень скрытная девочка. Мясников, строй! Эй, ты! Иди играть, быстрей! Иван Макарыч! Зайдем на минутку в школу. Елена отказывается мыть полы в свое дежурство. Уборщиц у нас нет, все ушли на завод. И ученики это понимают. И все по очереди убирают школу и двор. Я это понимаю. К тому же она не просто отказывается. Я даже не знаю, откуда у нее такое презрение к простому труду. Вы меня понимаете? Понимаю. Не буду мыть полы, я им не уборщица. У вас в школе все полы моют и убирают. А я не буду. Будешь, и дома будешь мыть. Не буду. Будешь. Не буду. Нет, будешь. Кто ты такой, чтобы меня учить? Иди сам убирай, дворник. Ты что, спятила? Иван Макарыч, ты это так не оставляй. А что мне делать? Драть. Ладно. Ты что? Что, что? Ничего, сейчас драть тебе буду. Берите, испеклась. Осторожно, горячая. Берите, берите. Ребята, пойдем на Котовского. Классная, говорят, картина. Приводили его в тюрьму, а там один из шляпе издевается над каким-то. Котовский ему не трожь. А тот достает нож и говорит, здесь, кажется, кому-то надоело жить. Думал, он испугается, а он его как даст.
Котовского магазина уже 6 раз смотрели. А я ни разу. Слушай, Вань, не огорчайся. Возьми его. Дарю. Внимание. Снимаю. За карточками зайдите попозже. Я бы тоже с тобой. Да не на кого ляльку оставить. Ладно, дальше пойду один. Прощай, Коля. Прощай. Я тебе буду письма писать, а ты мне фотокарточку нашу перешли. Прощай, Ваня. Прощай. И ты, малявка, прощай. Прощайте. Только молчи об этом. Тайна. Пойдем вместе домой. Пойдем. Это ты? Я. Там на комоде тебе письмо. Дядя Кузя прислал. Thank you.